Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня будем говорить с вами на очень важную тему, потому что, к сожалению, она касается практически всех нас. С какой позиции? Кто-то может столкнуться с этим как человек, которого, к сожалению, эта болезнь не обойдет, а кто-то столкнется с тем, что эта болезнь может прийти в ваш дом, в вашу семью. Очень важно понимать, как возможно этого избежать, а если это произошло, как себя вести. У нас сегодня в гостях человек, который в этом очень хорошо разбирается, уже была у нас здесь в студии Лариса Васильевна Сметана, которая занимается неврологией уже много-много лет, и ее должность заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, заслуженный врач Российской Федерации и главный невролог Люберецкого округа. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Здравствуйте. Вот скажите мне, мы же смотрим всякие разные программы медицинские, вернее, мы-то смотрим, а вы делом занимаетесь, а люди иногда там посмотрела передачу, там что-то говорят, ешьте там больше того-то, а там говорят, пейте. Люди на каком-то этапе начинают переживать за свое здоровье. Тем не менее, мы понимаем, что вот этот самый инсульт, который, как выяснилось, правильно называется, острое нарушение мозгового кровообращения, раньше казалось, он приходит в каком-то уже очень пожилом возрасте. Знаете, судьба. Сейчас есть такое ощущение, что он как-то не имеет возраста. Это так? Помолодел. Да, инсульт помолодел. И вообще инсульт является одной из самых сложнейших проблем нашего здравоохранения. И, конечно же, тяжелым испытанием для пациента и его семьи. Угу. Ежегодно в Российской Федерации происходит около 450 тысяч новых случаев инсульта. Почти 500 000. Да. Инсульт – это острое заболевание, которое сопровождается гибелью клеток мозга вследствие как раз-таки острого нарушения мозгового кровообращения. Угу. И проявляется общемозговыми и локальными симптомами, которые, как правило, сохраняются более 24 часов. Угу. Или же приводят к смерти. Угу. К сожалению, летальность высокая при инсульте, и в структуре смертности инсульт занимает одно из первых мест, так скажем, второе место. И первое место по инвалидизации в структуре инвалидности. Это вот эти знаменитые страшные слова: удар, первый удар, да, второй удар, чей и третий. Да, да. Вот это об этом, угу. Как раз об инсульте. Хорошо. Вот чтобы нам понимать, при этом, как ни странно, сегодня, если раньше это вообще было ощущение, все, инсульт, да, если, угу, конечно, сразу не случился, угу, летальный исход, где как бы все понятно, к сожалению, для семьи и для человека. Но бывают варианты, когда, как я говорю для себя, какой-то легкий может быть инсульт, когда человека можно выходить. Насколько сегодня мы можем его вылечить? Мы сейчас конкретно поговорим, угу, о симптомах, но есть такая возможность? Если вовремя человек, да, обращается за медицинской помощью, если успевают больного доставить в специализированный центр в течение 4,5 часов. Угу. Но сейчас это возможности эти расширяются, потому что расширяются уже методы воздействия на причину инсульта. Так. Уже можно в течение и 6 часов при определенных обстоятельствах, 12 и даже 24 часов. Угу. Но прежде всего, конечно, самый золотой стандарт – это 4,5 часа, когда мы можем при наличии ишемического инсульта, при исключении геморрагического инсульта, угу, можем провести тромболитическую терапию в нашем центре, то есть в специализированном центре, потому что наш центр региональный, угу, и он оснащен, конечно, по последнему слову, что называется, современной медицинской, угу, техники, и мы можем предоставить фактически любую услугу в плане оперативного вмешательства. Вот да. А вот в чем разница вот ишемическая и геморрагическая? Да, в чем глобально? Ишемический инсульт – это закупорка сосуда, который питает головной мозг, и вследствие этого происходит гибель клеток головного мозга. И мы таким образом, да, мы тромб этот можем растворить, если, угу, вот человек поступает в определенное терапевтическое окно, то есть 4,5 часа. Так. Если же там есть, опять-таки, тромбоз, и, допустим, есть противопоказания для тромболитической терапии, или даже если их нет, мы проводим тромболитическую терапию, и опять-таки, если мы определяем, что там есть тромбоз, то мы можем даже в течение 6 часов, 12 часов провести тромбоэкстракцию. Угу. То есть это механическое вмешательство для того, чтобы аспирировать, удалить этот тромб. Угу. Это современный вид лечения и очень успешный. Правильно я понимаю, что вот тромбофлебит, то, что в ногах тромбы, угу, бывают, и тромб в голове – это примерно одно и то же, или нет?
Закупорка же все равно получается. Закупорка, но в принципе да. Но в данной ситуации здесь немножко механизмы другие. Другие. Да, другие. Потому что я понял, вы же за голову отвечаете. И поэтому, да, и поэтому и воздействие, методы воздействия тоже другие. Значит, геморрагический инсульт. Да, геморрагический инсульт, он характеризуется тем, что сосуд разрывается и происходит излитие крови в паренхиму, то есть вещество головного мозга, или же в подоболочечное пространство между мягкой и паутинной оболочкой, называется, наверное, многие слышали, субарахноидальное кровоизлияние. Кровоизлияние, как правило, в вещество головного мозга происходит при наличии выраженной гипертонической болезни, как правило, плохо леченной или не леченной вообще. Сосудистая стенка видоизменяется, она становится хрупкой, неэластичной, склерозированной. И при определенных условиях, когда давление резко повышается, сосуд, естественно, может лопнуть, разлететься, и кровоизлияние происходит веществом мозга. А субарахноидальное кровоизлияние, как правило, происходит в более молодом возрасте, когда разрывается аневризма, так называемая, или артериовенозная мальформация. То есть это врожденная патология сосудистой стенки, ну, самого магистрального или внутричерепного сосуда. Как правило, внутричерепного, передней соединительной артерии или задней соединительной артерии, как правило, одной из артерий Велизиевого круга. Ну, это уже подробности такие. Но самое главное... Интересно. Да, самое главное, в любом случае, мы сразу же делаем при... поступлении больного, если видим кровоизлияние, делаем тоже ангиографию. И если мы обнаружим, можем обнаружить аневризму, или, ну, как правило, аневризму, то от, сейчас уже мы не отправляем, вот буквально в ближайшие там, неделю-две. А до этого мы все время направляли уже в Моники, в нейрохирургическое отделение, для того, чтобы там произвели оперативное лечение в виде клипирования этой аневризмы. И человек продолжал свою дальнейшую жизнь, возвращался к прежнему качеству жизни, да, без дефекта, это, конечно, тоже... То есть раньше такого невозможно было? Раньше это было, но это было очень сложно диагностировать быстро, потому что субарахноидальное кровоизлияние, как правило, дает очень выраженный отек головного мозга, и нужно успеть вот тоже какой-то золотой... То есть, промежуток, да, такое терапевтическое окно, пока человек не загрузился, для того, чтобы можно было провести оперативное вмешательство. Сейчас это мы прямо с порога делаем практически. Человека с пандуса завозят сразу в КТ-кабинет, в кабинет компьютерной томограммы, проводим исследование сначала нативно, то есть смотрим кровоизлияние или ишемия. Если это ишемия, и мы входим в терапевтическое окно, мы делаем тромболизис, там же в КТ-кабинете начинаем первую фазу. То есть болюсно вводим тромболитик актилизы, фортелизин или ревелизы. Сейчас у нас уже два наших российских препарата. Вот фортелизин и ревелизы. Да, хорошие, очень успешно мы проводим с ними тромболизисы. До этого и сейчас тоже мы продолжаем проводить тромболизисы с актилизой. Актилиза – это германского производства препарат. Он себя тоже очень хорошо зарекомендовал, но сейчас уже вот наши тоже приоритеты. Вот вы так интересно рассказываете, что вот мы прям видим, как этот процесс происходит. Во второй части мы поговорим о профилактике. Практики, да. Да, понимание того и о том моменте, когда уже произошла эта печальная история, как вот быть родным, близким и самому человеку. Но вот вернемся все-таки к механизму. Ну, понятно, что, наверное, все мы говорили об этом вот в прошлый раз тоже, были у нас в гостях. Люди как бы делятся на несколько категорий. Те, кто вообще не обращает ни на что внимания, будет и будет. Есть люди, которые заботятся о своем здоровье, во всем себе отказывают. Есть люди, которые пограничные. Вот я, наверное, к таким отношусь. Как бы, вот, пытаешься как-то продлить этот, да, образ жизни, вот, как вы говорите, нормальный. Но я так понимаю, что все это может прийти к любому человеку, то есть что, от чего все-таки нужно отказаться, чтобы уменьшить эту. Значит, есть факторы риска, которые вызывают инсульт, модифицированные и немодифицированные. Так. Немодифицированные – это пол, возраст, наследственная отягощенность, на которую человек повлиять не может. Если у кого-то и... было что-то в себе. Да, тут он просто должен быть насторожен и проводить диагностику в более ранние сроки. Диагностика – это дуплексное сканирование, исследование крови на предмет холестерина, сахара, прежде всего, да, общий анализ крови, опять-таки, тромбоциты, гемоглобин и так далее. Так. И модифицированные факторы риска, на которые человек повлиять может. Это, как правило, самое частое – это артериальная гипертензия, когда начинает повышаться давление. И если вы видите уже первые такие звоночки, что давление стало повышаться, нужно обязательно обратиться к врачу. И врач уже будет решать. Он просто предложит вам, допустим, перейти на
конкретно здоровый образ жизни, вести правильное, принимать правильное питание и так далее, и тому подобное. Или же уже добавят вам антигипертензивные препараты и будет отслеживать уровень вашего давления. В норме сейчас уровень давления нормального является 120 на 80. Вот под последним данным ВОЗ 120 на 80, не выше. Если выше, уже нужно задуматься и обратиться к врачу для того, чтобы понять. А есть же люди, которые говорят, вот у меня всегда такое там давление, либо повышенное, либо чуть-чуть пониженное. Есть же такой вариант? Нет, такие вещи есть. Если оно пониженное, то никто, конечно, повышать его не будет. Если оно повышенное, то опять-таки врач будет смотреть, каким образом можно снизить и комфортно ли человеку при этом действительно. Если это небольшое повышение и человеку некомфортно при снижении этого давления, то вполне возможно, что будет просто наблюдать органы мишени. То есть отслеживать патологию сердца, сосудов, проводить анализы крови и так далее. Ваши коллеги приходили, многие и поликлинические отделения, и самых разных профессий. Мы говорили о необходимой этой диспансеризации, которая уже сейчас существует. Да. Она так довольно популярна, скажем, в медицинском мире. Во-первых, это для врачей удобно, что нет вот этого вот потока, когда спокойно человек приходит, он может уйти совершенно здоровым. Это редкость, но можно от врача уйти здоровым. Можно. Ничего для этого не делая. А можно действительно прийти и посмотреть, вы знаете, что-то вот у вас с давлением. Вот давайте мы попробуем. Потому что ведь, как вы считаете, организм звонки же дает какие-то нам? Просто мы не все, наверное, их считываем. Но есть еще факторы риска, такие как ожирение. Если человек, в принципе, занимается здоровым образом жизни, ведет здоровый образ жизни и при этом сбрасывает вес, снижает свой вес, то это тоже очень позитивно сказывается на цифрах артериального давления. Я первый раз это коснулась вопроса. То есть, может быть, доктор просто посоветует как-то изменить образ жизни и не обязательно сразу назначать антигипертензивные препараты. И если действительно этот метод воздействия помогает человеку, то идет просто наблюдение за человеком, за цифрами артериального давления. Опять-таки спорт, опять-таки ходьба обязательно. И еда правильно. Еда правильно, То есть соблюдение какой-либо диеты. То есть, естественно, антихолестериновая, все-таки меньше жиров, меньше соленых, меньше острого, это жареного и так далее. Наверное, сдавать все-таки, даже если не ходить на диспансеризацию, что неправильно, хотя бы сдавать анализы, периодически смотреть, что у тебя с кровью происходит. Сахар, холестерин – это обязательно. Да. Это для всех, наверное. И спектр липидов, как правило. Липиды высокой плотности, липиды низкой плотности, то есть вредный, так называемый, и полезный холестерин. Это хороший такой показатель нашего состояния, вещи. Сейчас сделаем небольшую паузу. Первую часть мы уже отработали. Лариса Васильевна Сметана у нас в гостях, которая очень интересно нас погрузила в историю. Мы как хирурги там побывали в этой всей... давайте не будем бояться болезней. Если они лечатся, то врачи нас в этом должны убеждать. Вот во второй части мы поговорим, собственно говоря, как происходит и лечение, как работает ваше отделение, и что как можно выходить человека, какие бывают варианты, легкие, сложные. По-разному это происходит. Сделаем небольшую паузу, дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, в народе инсульт, заслуженный врач Российской Федерации, главный невролог Люберецкого округа Лариса Васильевна Сметана. И вот прежде чем мы перейдем уже конкретно, как работает ваше отделение, у меня один такой вопрос. Человек, как говорил Жванецкий, рождается, к сожалению, для того, чтобы когда-то уйти из жизни. Да? И этот вот период, собственно, он к нему идет. Почему, например, если мы говорим о мозге, как известно, наверное, довольно сложный такой инструмент. Конечно, сложный. Да? Почему вдруг начинает у человека в довольно нормальном возрасте, когда он все соображает, в среднем ведет какой-то образ жизни ближе к лучшему? Почему клетки мозга начинают у него, грубо говоря, умирать или как-то меняться? Что происходит? Что не так? Это просто возрастное, может быть? Если мы говорим о том, что инсульт помолодел, почему он помолодел, то, как правило, это связано с повышенной стрессогенностью нашей современной жизни и с ухудшением экологической обстановки. Это, как правило, с этим связано. Естественно, что такое стрессогенность? Это постоянный выброс адреналина, это раннее возникновение гипертонической болезни, это спазм. Естественно, кровоток к клеткам мозга снижается за счет того, что наступает хроническая гипоксия. Клетки мозга запрограммировано умирают, так называемый
запрограммированная смерть клеток мозга, апоптоз. Это приводит к хронической ишемии головного мозга, гидроцефалии и так далее. Как листики опадают с дерева, да, желтые, можно сказать? Да, и поэтому, конечно же, нужно заниматься своим здоровьем, нужно заниматься теми факторами риска, о которых мы с вами говорили. Хорошо. Ну и вот теперь давайте все-таки поговорим. Это у нас была такая профилактическая часть. Теперь вот мы перемещаемся уже к вам в отделение, когда, к сожалению, процесс состоялся. И вот какие у вас, как работает эта система, как больные те расположены, как идет процесс выздоровления? Наше отделение неврологическое для больных с острым нарушением мозгового кровообращения находится в региональном сосудистом центре, которому вот в этом году, в июле месяце, в ближайшее время исполняется уже 10 лет. 10 лет работаем. Да. Юбилей. Да, и сейчас, конечно, мы с гордостью говорим о том, что мы владеем практически всеми методами лечения консервативного и оперативного на данный момент. То есть мы проводим тромболитическую терапию, мы проводим тромбоэкстракцию, это механическое удаление тромба, проводим стентирование, то есть купируем стенозы, гемодинамически значимые, устраняем бляшки в магистральных артериях головы. А также проводим, сейчас у нас открылась нейрохирургия, и у нас есть еще сосудистая хирургия. Проводим такие операции, как каротидная эндортероэктомия. То есть внешний, наружный подход к сонной артерии, там, где расположена бляшка. То есть не стентом мы ее устраняем изнутри эндоваскулярно, а снаружи делается разрез, вылущивается эта бляшка, накладывается шов, заплаточка такая. Вот, и человек продолжает дальше спокойно жить. Да, он принимает, естественно, антиагреганты, как и при установке стента, обязательно антиагрегантную, антикоагулянтную терапию, то есть антитравматическую терапию для того, чтобы на этом рубчике, опять-таки, это же все-таки неровная поверхность, там может образовываться условия для гемагглютинации, для образования тромбов. Вот чтобы этого не было, человек профилактически все это принимает. Вот давайте рассмотрим, может быть, три условных варианта. Это я так, свою классификацию. Совсем вот, после инсульта человек, практически лежачий, Второй вариант, какой-то средний, третий – это когда, часть тела, опять же, как что-то онемело или еще что-то происходит. Вот как это все, Это зависит от того очага, который появился в головном мозге, то есть от того участка, который отвечает. Участка головного мозга, который подвергся повреждению. Потому что каждый участок головного мозга, естественно, имеет свои функции и отвечает за определенные функции в организме человека. Поэтому не зависит от размера очага, как правило, проявление симптоматическое. То есть у человека может быть выраженнейшая симптоматика, то есть большой неврологический дефицит, не работает рука, не работает нога, то есть гемиплегия, полное отсутствие движения, нет речи, то есть сенсомоторная афазия, он и не понимает обращенную речь и не может ничего произнести. И в то же время очаг небольшой. То есть это зависит от локализации, потому что у нас есть такие структуры в головном мозге, где настолько на небольшом совсем участочке головного мозга скомпонованы, сконцентрированы проводящие пути от многих центров. Так называемая внутренняя капсула и некоторые другие моменты есть. Вот. И тогда человек дает такую выраженную симптоматику. А есть наоборот, очень маленькие очаги, в смысле крупные очаги, и проявление минимальное. Потому что, как правило, занимает пространство белого вещества, где проходят однотипные проводящие пути. Поэтому это все очень индивидуально. То есть мы не можем, глядя на больного, сказать, у него большой очаг. Ну, как правило, но это не обязательно совершенно. Нужно провести нейровизуализацию. Нужно провести обязательно диагностику. Хорошо. То есть КТ, МРТ, тоже в нашем центре есть. И компьютерный томограф, и магнитно-резонансный томограф. И сейчас уже два ангиографа, на которых проводятся и плановые операции, и экстренные. То есть уже очередей нет. И вот такой вот вопрос еще. Это вот все запомните, потому что это очень важный момент. Доступность. Когда у человека, давайте возьмем, не менее там левая рука, правая нога, частично. Выходить можно такого человека или это редкость? Можно. Конечно же, для этого нужно вовремя обратиться за лечением, для того, чтобы не получить потом инсульт в развитии. Началось с этого, пока он обратился к врачу. Инсульт, он же имеет способность, очаг увеличиваться, если человек... Захватывать новые зоны. Да, потому что есть ядро инсульта и есть так называемая пенумбра, это ишемическая полутень, когда клетки еще находятся в полуживом состоянии. И если человек быстро обращается
обращается за помощью и ему, естественно, проводят эту антиоксидантную, антигипоксическую терапию, то тогда этот участок пенумбры мы спасаем, вот, и дефицит минимальный. Если же человек ждет чего-то, и день, и два, и три, то, естественно, погибают все возможные и невозможные клетки, которые задействованы в данном патологическом процессе. И человек уже приезжает, как бы мы уже что получили, то получили. И очень важно в реабилитации иметь человека, который понимает, что это необходимо прежде всего ему, чтобы он участвовал в этом процессе реабилитации, чтобы не только врачи старались. Конечно. То есть мультидисциплинарная бригада, конечно, участвует. Невролог, физиотерапевт, реабилитолог, логопед, нейропсихолог, кардиолог, окулист. У нас огромная бригада, которая занимается каждым пациентом с перенесшим инсультом. Угу. Но надо, чтобы человек сам участвовал в процессе восстановления, в процессе реабилитации. Чтобы в этом, наверное, родственники могут помочь. Да, чтобы он выполнял то, что ему предлагается, и то, что ему рекомендуется. Это очень важно. Я так понимаю, что вы родственников подключаете к этому разговору. Родственники обязательно. Они играют огромную роль. И вот именно участие родственников, активное или пассивное, оно тоже очень... То есть, чтобы ходил, потому что, ну, я уже из собственного опыта помню, что вот до человек был один, а после вроде бы человек тот же самый, а совсем как-то вот не хочет, некоторые руки опускают, а нужно все-таки заставить Реабилитация себя, начинается с первого дня инсульта, с первого дня. Уже с реанимации мы начинаем реабилитацию, то есть дыхательную какую-то или каким-то образом положением выставляем эту конечность, выкладываем так, что парализованную, чтобы она потом не дала нам контрактуры, чтобы можно было легче восстановить мышечную силу в этой конечности. И дальше переходит, когда больные из реанимации переходят уже в наше отделение, это у нас единое отделение, но тем не менее, есть койки реанимационные, есть койки ранней реабилитации. Мы проводим первый этап реабилитации у нас. Сейчас у нас в Либерецком районе открыто отделение реабилитации в Красково, там проводится второй этап реабилитации, то есть после выписки из нашего стационара мы переводим больных в на второй этап реабилитации в Красково. И там больные еще, конечно, получают больше успешных результатов, вот, потому что уже они стабильны, уже можно дать больше нагрузки на них. Вот. То есть жизнь, конечно, уже будет немножко другая, но она будет продолжаться, она будет работать. Да, и... Человек будет не существовать, да, а будет благодаря вот этим способам реабилитации максимально приближен к хорошему результату. Вместе с врачами в этом процессе получают отличные результаты. Отличные. Они могут полностью восстановиться, вернуться к труду и потом вспоминать просто... Это как... почему очень важно? Потому что многие махнули рукой и все. Вернемся еще. Вы так рассказываете интересно об отделении вашем. Да? Это уже даже не отделение, а целая клиника. Как сейчас называется? Не знаю. Целый. Да. То есть, но я так понимаю, что в нем участвуют врачи разных специальностей иногда в каком-то случае. Вот вы даже окулист сказали. Что конечно. Окулист обязательно осматривает каждого больного с перенесшим инсультом. Обязательно. Для того, чтобы оценить сосуды головного мозга, глазное дно, состояние глазного дна. Нет ли там атрофии зрительного нерва, нет ли там отека, застоя и так далее. Это обязательно. То есть практически все необходимые... Все, ну, голова же у нас, она одна, к сожалению или к счастью, не знаю. Вот, и поэтому все специалисты, да, кто так или иначе головой... Да, если нужен лор, конечно, мы приглашаем лор-врача, безусловно, если нам необходим лор, потому что к нам привозят под видом инсульта и другие патологии, и менингит, и энцефалит, и абсцессы мозга и так далее. Ага. Естественно, мы проводим диагностику, и пока мы не установим окончательно, мы, естественно, больного никуда не передаем. То есть все равно на какой-то период времени больной находится в нашем центре для того, чтобы уточнить диагноз. Ну, я хочу обратить ваше внимание, что когда происходит не хочется говорить трагедия, по такое слово, но что делать, жизнь так устроена. Не надо лететь куда-то, платить какие-то сумасшедшие деньги, искать, знаете, как у нас, вот где его, кажется, что вот если туда повезут, его вылетит. Здесь у нас, в городском округе Люберцы, у вас есть возможность поставить человека на ноги. Только главное помнить, вообще это, наверное, надо помнить всем людям, потому что, ну, с любым человеком может это произойти. Вот. Поэтому всегда важно, к кому обратиться и как это сделать. Здесь, недалеко, живя в Люберецком, скажем так, регионе, можно это сделать. Тем более, что вы даже такие сумасшедшие аппараты назвали, у вас уже есть, которые как клиника оснащена. Да. За что спасибо Люберецкой областной больнице. Конечно, нашему руководству, да, Семенцову Дмитрию Павловичу, в первую очередь, конечно, он многое очень сделал. Очень многое сделал для больницы, для вашей, да. Ну, потому что такая болячка, к сожалению, никуда не денется человечество от нее. Вот в финале
Давайте вернемся к голове. Помните, даже по моему прошлой программе говорил, что там была какая-то странная история, кому-то там хотели голову пересадить и так далее. Но я не об этом. Все-таки у нас есть руки, ноги, ну, желудок, сердце. Сердце, да. Кстати, на первом, по-моему, все-таки месте, да, по заболеваемости у человека. Ну, БСК, да, болезни сердечно-сосудистой. Да, да. Ну, вот, ну, ваше вот это направление тоже очень рядом, да? Конечно. Что-то. Я о чем говорю? Что ж у нас такое с головой нужно сделать, чтобы у нас все-таки не было таких проблем? Как, может, правильно думать надо как-то? Или просто думать, я не знаю. Нет, или, ну, наоборот, расслабиться, ни о чем не думать? Нет, ну, в принципе, отдых, конечно, он необходим. Так. Абсолютно вот точно. Этот интернет, да, компьютер. Да. Нужно отвлекаться, отходить от этих вещей. Угу. Просто я считаю, что нужно больше общаться с природой. Это очень важно. Уезжать хотя бы раз в неделю куда-то в лес, да, посмотреть на эту красоту, угу. Послушать пение птиц, посмотреть на водную гладь, на солнышко, на чаек, на что угодно. То есть это очень важно, вот, понять, что мы частичка природы. И если мы, не роботы. Да, будем от нее, естественно, отлучены, то ничего она хорошего. Она нам этого не простит. Да, не простит. Спасибо вам большое, Лариса Васильевна. Я хочу вас поздравить с прошедшим Днем медицинского работника. Весь июнь мы поздравляем медиков. Ну, медиков нужно всегда поздравлять. Почему? Потому что все-таки то, что вы сумели создать благодаря и руководству больницы, и всем вашим коллегам такой вот, ну, можно сказать, центр, это очень важно. Потому что когда люди начинают верить врачам, мне кажется, наступает вот эта гармония. И тогда мы можем не только спасти, это же, мне кажется, это какое у человека есть, может быть, удовлетворение, когда вдруг раз, и было совсем плохо, и вдруг хорошо. Мне кажется, что иногда врачи больше даже радуются, чем сами. Конечно, конечно, да. Мы желаем всем вашим коллегам всего самого доброго. И приходите к нам еще. Я знаю, что вы очень заняты, но это очень важно, чтобы люди вас услышали и поверили в себя. Вернее, сначала вели правильный образ жизни, потом, если они ведут неправильный образ жизни, ходили к врачам, проверялись, чтобы не попасть уже вот в таком не очень хорошем состоянии. Все, да, должны жить долго, да. Причем даже правительство нам сказала, все должны жить долго. Отлично. Бесконечно долго. Да? Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. А в гостях у нас была заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, заслуженный врач Российской Федерации, главный невролог Люберецкого округа Лариса Васильевна Сметана. Всего доброго. До свидания.